что было изображено на одной тенге раньше? Ой, я даже не знаю. Нет. Что было изображено на одной тенге раньше? По-моему, да, Альфа-Раби. Альфа-Раби, да? Да. А на 10 тенге? Нет. Уже не помните? Или Шокан Валиханов. Шокан Валиханов. Угу. А на 20 тенге? Не помню. На одной тенге? Можете вспомнить? Не, не могу. Ну, с нашей знаменитости. А, нет, не знаю я. Но раньше на одной тенге. Нет, нет, нет. Знаменитость на одной тенге, этот, как его? Альфа-Раби. Этот, по-моему, Альфа-Раби. А вот каких-нибудь еще знаменитостей вы знаете, которые на деньгах были? Абай Кунанбаев был, Абылхайрхан был. И больше не помню, честно. А как вы думаете, почему люди забывают, так сказать, наши знаменитости, которые были раньше изображены? Почему? Вроде прошло немного времени, а уже люди забыли в основном. Ну, потому что сейчас такая жизнь, люди быстро-быстро бегут и редко обращают на такие мелочи.